Пляж Ретимна, 19 июня, 12 часов дня. Как видим, людей прибавилось. Пирожки, пирожки, чебуреки, чебуреки. Беляши с мясом, беляши с мясом. Подходим, покупаем. Вчера увидел на Фейсбуке такой вопрос, сколько сейчас стоит шезлонги, комплект, зон 2 лежака на пляже Ретимна. Вот я нахожусь в самом, я бы сказал, удачном месте, где можно купаться с ребенком. Видите, у нас песок, то есть можно ребенка даже одного оставить. Вот. И вот у нас здесь сразу лежаки. Лежаки напротив отеля Илиос. Сейчас цена 6 евро за комплект. Зонтик, 2 лежака. Но хозяин говорит, что возможно в июле, в августе, если будет много туристов, цена поднимется, может будет и 7, и 8 евро. Пока 6. Ну, как уже говорил, пляж в этом месте очень хороший. Песок. Песок. Песочный заход. Вот, к примеру, в баре Хагендас. Это у нас вот этот вот рядышком пляж. Но там очень много местных. Есть музыка. Там, по-моему, 8 евро для туристов. Но для местных за напитки. То есть, если вы приходите, берете напитки, то бесплатно. Вот, тут же рядышком у нас уже получается отель Криты. Вот, тут же около белых зонтиков вот эти синие. Ну, цену не спрашивал, но думаю, тоже будет 6 евро, потому что они рядом стоят. Вот. А дальше там мы видим уже скорее всего зонты. Вот там следующие белые, это уже будет скорее всего открыто. И там дальше Waterspot. Ну а после вот этого спорта я бы уже не советовал там размещаться, потому что там, ну, мое мнение, не совсем уж чисто, так как недалеко находятся очистные ливневые канализации. Пирожки, чебуреки с мясом, покупаем.